Китай и Гондурас установили дипломатические отношения. Глава МИД КНР Тинган провел сегодня в Пекине беседу с министром иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейной. Они подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений между странами. Правительства двух государств намерены развивать дружественные связи, основанные на принципах взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности. Ни нападения, ни вмешательства во внутренние дела друг друга, равенство, взаимные выгоды и мирного сосуществования. Согласно заявлению МИД КНР, следуя 5 принципам мирного сосуществования, Китай готов расширять дружественное сотрудничество с Гондурасом в различных областях на благо двух стран и народов. Таким образом, правительство Гондураса признало существование одного Китая и того факта, что КНР представляет весь Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью. Вместе с тем, государство в Центральной Америке объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Гондурас больше не будет поддерживать никаких официальных связей или контактов с данным регионом.